Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами я, Сережа Гремлин, и мы продолжаем кампанию Альянса Проклятия Мстителей. Frozen Throne дается мне с трудом. Таких знаний, как в Rage of Chaos, у меня нету, и поэтому каждая миссия для меня словно первая. Что, в принципе, знаете, даже хорошо, даже интересно. Глава 3. Подземелье Долорана. Давайте посмотрим, что же нас здесь ждет. Прошло 2 дня. Кель и его братья томятся в подземной тюрьме Долорана, ожидая казни как избавления. Угнетение. Как я мог допустить такое? Без магии мы умрем в стенах этих камер. Не переживай, предатель. Вы умрете гораздо раньше. Лорд Гаритас приказал казнить вас на рассвете. Скорей бы рассвет. От этих эльфов у меня мурашки по коже. Не волнуйся. Эта тюрьма была построена Кирин Тором специально для таких тварей. В ее стенах эльфийская магия бессильна. Вот так бы твоя способность работала в геймплее. Надеюсь, мы не опоздали. Ничуть, Вайши. Ты, как всегда, вовремя. И я твой вечный должник. Но даже если мы освободим моих братьев, нам некуда бежать. У Гаритаса в 10 раз больше людей, чем у меня. Тебе предстоит сделать нелегкий выбор, Кей. Остаться здесь и погибнуть от рук смертных. Или выбрать иной темный путь к свободе. И что это за путь? В городе, что находится прямо над нами, есть портал, врата, ведущие в иные миры. Я знаю о нем. Король мертвых Кел'Тузет открыл его, чтобы привести сюда демона Архимонда. Да, это так. По ту сторону портала нас ждет мой господин Илидан. Приведи к нему свой народ, и он поможет вам утолить жажду магии. Заключить договор с демоном или обречь на смерть тех, кто доверился мне? Вайши, у меня нет выбора. Сначала мы должны освободить моих командиров. Пусть собирают остальных, пока мы будем пробиваться к выходу. Как скажешь. Да, сейчас-то у тебя нет выбора, но у тебя был выбор. Не связываться с тем, где тебе дали прямое указание. Я, конечно же, понимаю, что да, сложно и все то подобное. Но тебе был дан прямой указ. Не взаимодействовать с плохими ребятами. Которые, в принципе, доказали то, что они плохие, а именно наги. И то, что и в этой компании их немножечко обеляют. Мы знали, что вы не оставите нас. В путь. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Отлично. А вы откуда? А, типа, те ребята вышли, обмундировались. Показывай. Будет сделано. Кровь и пламя. По твоему приказу. Сделаю все, что смогу. Мне кажется, или паучки немного толще, чем должно быть. Будет сделано. Им не уйти. Кровь и пламя. Им не уйти. Я отомщу. Кровь и пламя.
Я отомщу. Им не уйти. Отлично. Замечательно. С удовольствием. Ладно, на самом деле вот эта механика того, что типа мы освобождаем обычного человека, он идет и снаряжается, мне нравится больше, чем когда мы лазили по всяким таким подземельям, да, и просто-напросто кровь освобождали. Знаете, что-то в этом есть. Конечно же, это достаточно нереалистичная шняга. Им не уйти. Кровь и пламя. Им не уйти. Будет сделано. Я отомщу. Кровь и пламя. Я отомщу. Кровь и пламя. Я отомщу. Им не уйти. Кровь и пламя. Я отомщу. Замечательно. Кровь и пламя. Я отомщу. Кровь и пламя. Им не уйти. Кровь и пламя. Им не уйти. Я отомщу. Будет сделано. Кровь и пламя. Им не уйти. Кровь и пламя. Я отомщу. Им не уйти. Кровь и пламя. Им не уйти. Время не ждет, смертный. Да. В бой. Пора в путь. Я отомщу. Так, колечко нашли уже неплохо. Им не уйти. Но хотя это достаточно медитативно, вот эти коконы вырезать. Кровь и пламя. Конечно же, это немножечко удобнее, чем, например, какие-нибудь здания. Кровь и пламя. Я отомщу. Им не уйти. С удовольствием. Замечательно. Окей, ладно, мы прочистили здесь путь. С удовольствием. Ладно, давайте не будем париться. Раз я в каждой миссии это использую, то почему я сейчас должен об этом переживать? Так. Будет сделано. Я отомщу. Этот стражник хочет поднять тревогу. Остановите его. Им не уйти. Самое главное, что я сейчас могу раздолбать этот же. С удовольствием. Вот эту штуку, и это она. Это тревога. Готовьтесь к бою. Да, замечательно. Будет сделано. Кровь и пламя. Я отомщу. Зачем мы это сделали, непонятно. Так, отлично. Ладно, давайте отойдем будет подальше сделано. От этих ребят. Им не уйти. Эти мрази до сих пор достреливают. Твоя воля исполнится. Моя смертельна. В чем дело? Отлично. На нас напали. С удовольствием.
Сквозь стену ведем войну, ладно. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Отлично. Я теряю терпение. Будет сделано. А, это может взять только Вайша. Сделаю все, что смогу. Уже пора? Окей. Да. Великолепно. Да. Подняться по водопаду ты не можешь, да? Ладно, грустненько, но да ладно. Да. Что, ты сюда не поплывешь, что ли, хочешь сказать, вот сюда? По твоему приказу. Исполняю. Великолепно. Нет, реально не поплывет. Да. Ну окей. Пора в путь. Будет сделано. С удовольствием. Нам же проще. Так, ладно. Будет сделано. С удовольствием. Я ощущаю присутствие могучих духов. Они совсем рядом. Когда плеть пришла в эти края, Артес убил многих верховных магов. Их души до сих пор скитаются по земле, не в силах обрести покой. Может быть, нам стоит отыскать их? Поторопись! Отлично! Твоя воля исполнится. Великолепно. Твоя воля исполнится. По твоему приказу. Магия будет моей. На что жалуетесь? Поторопись. Замечательно. Головоломочки. Все, а теперь в бой, ребята. У нас есть дела. В чем дело? Будет сделано. Слишком много предметов. Слишком много предметов. Сделаю все, а кто их смогу. Подобрал, хотите сказать мне? Во имя Азары. А вот он. Кольцо Верховного Мага. Жду с нетерпением. Твоя воля исполнится. Положись на меня. Я теряю терпение. Им не уйти. Будет сделано. Отлично. Пускай там они сражаются. А мы пока изучим, куда бы нам бы еще пойти. Окей, я в принципе не вижу ничего такого особо важного, чтобы мы пропустили. Ладно, давайте уже добивать. По твоему приказу. В бой. Я смертелен. В бой. Великолепно. И не уйти.
Слушаюсь, принц Кель. Пора в путь. Чем могу помочь? Мерзкие отродья! Ваша рука. Да, мой друг. Приступай. Поторопись. Да, мой друг. Я в гневе. Я теряю терпение. Замечательно. Им не уйти. Так, осколок камней. Как будет я понимаю, сделано. Теперь Вайши будет собирать предметы. Это любопытная механика очень. Во имя Азары. По твоему приказу. А, ну да, вот типа увеличилось, Твоя воля исполнится. Предметы, которые она типа теперь собирает. В чем дело? Это было и в прошлой кампании, если вы память. Кровь и пламя. Если вас память не подводит, это была сфера тьмы. Достаточно мощная штуковина. Город, нежить сбежала в эти туннели. Исполняю. Отлично. Кровь и пламя. Замечательно. Я отомщу. Им не уйти. Я отомщу. Сделаю все, что смогу. Им не уйти. И, кстати, вероятнее всего, эта механика, возможно, отлично, могла и как раз-таки все, что смогу, подтолкнуть создателей Доты. Я отомщу. И именно вот это вот то, что ты собираешь, да, определенный кровь ряд пламя предметов для того, чтобы он стал лучше. Вроде ж так же там, им да? Им не уйти. Я отомщу. Кровь и пламя. Им не уйти. Я отомщу. Им не уйти. Кровь и пламя. Я отомщу. О, боевые когти 3. С удовольствием. Начинается дилемма. Положи, что ж, мать его, выкинуть? Увеличение запаса маны героя. Нет, это ей нужно, особенно исключать, что она пользуется ледяными стрелами. Боевые когти плюс 6, знаете. Силы атаки, повышение силы, ловкости и разума героя. Кольцо превосходства. Кольцо защиты. Хорошо, а у Келя что у нас там? Приказывай. Кольцо льва, повышение ловкости героя, повышение защиты героя. Силы и разума героя на 4. Знаете, как по мне... Давайте кольцо льва выкинем. Будет сделано. И возьмем боевые когти. В чем дело? Сделаю все, что смогу. Так, ну и все. В принципе, здесь все. И значит, мы переходим мост. С удовольствием. Будет сделано. Отлично. Хм. Повернув этот рычаг, можно выпустить тварей прямо на стражников. Я отомщу. Им не уйти. Кровь и пламя. Во имя Азар. Мой яд смертелен. Да.
Замечательно. Сделаю все, что смогу. Окей. В бой. Я смертелен. Враги чрезмерно толстые. Поторопись, им не уйти. Пускай там пока лечится, вот это бла-бла-бла, все тому подобное. А руну маны, сейчас мы Вайши пригласим. Великолепно. Я теряю терпение. Я отомщу. Кровь и пламя. Я отомщу. В чем дело? Замечательно. Чем могу помочь? Поторопись. С удовольствием. Им не уйти. Замечательно. Некуда класть. Во имя Азары. Великолепно. Некуда класть. Исполняю. Твоя воля пора исполнится. В путь. Кто-нибудь ранен? Чем могу помочь? Опять книга ловкости. Ловкость тебе нужна. Кстати, да, ловкость тебе нужна. Я теряю терпение. Да ладно. Я просто про колечко вспомнил. Я отомщу. Свиток регенерации. Души рвут. Отлично. Им не уйти. Если он поднимет тревогу, нас перехватят гвардейцы. Кровь и пламя. Сейчас появятся гвардейцы. Да. Поторопись. В чем дело? Будет сделано. У нас есть дела. Во имя Азары. Книга мудрости, а вот эту мы тебе отдадим. Уже пора? Исполняю. У нас есть дела. Пора в путь. Им не уйти. Я отомщу. Замечательно. Твоему приказу.
чем дело? С удовольствием. Он там лечится, мразь, да? Приказывай. Им не уйти. Замечательно. Кровь и пламя. Так, потрепали нас, потрепали. Я отомщу. Кровь и пламя. Я отомщу. Время не ждет, смертный. Не дайте ему поднять тревогу. Да плевать мне на самом деле. Нас обнаружили. К бою. В чем дело? Отлично. Уже пора? Поторопись. Им не уйти. Я теряю терпение. Кровь и пламя. Сделаю все, что смогу. Жду с нетерпением. Приказывай. Грустно. Грустно немножечко, знаете. Им не уйти. На нас напали. Кровь и пламя. Отлично. Будет сделано. Так, нам нужен проход под землю. Замечательно. Им не уйти. Сделаю все, что смогу. Конечно. Я отомщу. Кровь и пламя. Я отомщу. Им не уйти. Кровь и пламя. Им не уйти. Я отомщу. Кровь и пламя. Я отомщу. Пора. Сапоги скороходы нам не нужны, я думаю. Чё у меня с мышкой вдруг Отлично. Резко стало? Поторопись. С удовольствием. Давай за свитком регенерации сбегай, пожалуйста, дружище. Замечательно. Нам отрегениться нужно. А точнее, да, вот этому вот парню. Боевые когти плюс 6. Взял. Я теряю терпение. Будет сделано. Уже пора? Приказывай. Замечательно. Отлично. А ты забрать не сможешь, да, без Вайше? Да, ты забрать не сможешь. Хорошо, ясно. У нас есть дела. Тогда мы сделаем проще. Вот эти когти ты забираешь себе. А Вайши забирает вот эти. Пора в путь. Чем?